Здесь мы видим декоративные подсолнухи, которые ростом всего сантиметров 15, но уже в полной мере расцвели. Я вам сейчас покажу поближе их головки. Насажены они около зеленых хост и создают вот такие яркие солнышки-пятнышки. Вот еще даже только распускаются. Вот женщина идет хвастаться, говорит, что у нее сортов ирисов намного больше, расцветок больше, даже лучше, чем в ботаническом саду. Ну, это просто здорово, молодец женщина. Садовод какая-то, наверное, идет.